Мы пишем сейчас домик и лодочки, вот эти отражения. Погода достаточно тихая, цвет вроде как выявлен, но не за счет света, а за счет собственного цвета предметов. Что мы сделали? Мы сначала по-быстренькому набрали темные пятна. Вы видите, центр картины или центр композиции, который перед нами, он явно темный по отношению к небу. Вот мы эту темность, преувеличенную темность, набрали. Чуть-чуть наметили цвет дома, расположение дома, чуть-чуть наметили цвет забора, чуть-чуть наметили мастихином крупно зелень. А в общем-то все равно сохранили вот эту темноту. Потом взяли бирюзовый, розовый, и получился такой стальной цвет. Сначала им испачкали здесь, той же кистью, это все было одной кистью. Испачкали здесь, поскольку мы помыли кисть в более смуглой воде по отношению к небу, небо будет у нас чуть почище. Добираем дальше, добираем. Потом эта же кисть и этот же замес, но более разбеленный и плюс коричневый, дал теплоту к этому замесу разбеленному, больше белил и еще коричневый, и заполним небо. После того, как все это заполнили, начинаем разрабатывать детали.